Никита Володарский, игрок команды СПБГУ. Никита, во-первых, поздравляю с забитым голом, с первой победой. Какие эмоции от игры, что сегодня получилось, что не удалось в предыдущие две игры? Выполнили установку тренера, сыграли от обороны, забили свое, пропустили две очки. Чувствовалась сегодня короткая скамейка, невероятно короткая скамейка. Да, не хватало замен, под конец уже все устали. Ты сегодня выводил команду в роли капитана. Как считаешь, справился ли ты? И как тебе в целом эта роль? Мне понравилось. Ну, капитан все равно Скурба. Он лидер команды. Я его помощник. Его менять я не хочу. Следующий турнир дома. Какие ожидания, наверное, все-таки приезжает в Саратов? Урал. Ну, набрать по максимуму очков, сыграть достойно, показать хорошую игру. Как тебе вообще этот турнир в Ростове? Второй год подряд уже мы здесь. Как прошел для тебя лично этот турнир? Достойно, но судейство – это вообще жесть. Надо менять. Больше этапов вполне достойно. Ладно, все, удачи. Спасибо.